Сегодня мы собрались для того, чтобы еще раз полюбоваться работами, поблагодарить авторов выставки, которые своим ярким подарком, выставкой «Дивногорская палитра», дали старт Году культуры в городе Дивногорске, а также сказать слова благодарности педагогам школ и учебных заведений за сотрудничество и привлечение детей к миру прекрасного. Напомню, что участниками выставки «Дивногорская палитра» стали 23 автора. Многие из них – члены Союза художников России. Один из авторов, Георгий Кузаков, имеет звание заслуженного художника России. Произведения дивногорских художников находятся не только в музеях города Красноярска и Дивногорска, но и в частных коллекциях России и за рубежом. В Германии, Америке, Японии, Китае, Швеции, Финляндии и других странах. Уважаемые участники выставки, вас поздравляет вице-президент, член Президиума Российской Академии Художеств, председатель Государственного управления регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской Академии Художеств в городе Красноярске, народный художник России, академик, профессор Анатолий Павлович Левитин. Боже мой, дорогие друзья, спасибо большое, что пригласили на выставку. Я с большим интересом посмотрел выставку. Очень трудно, конечно, анализировать за такой короткий срок, я посмотрел. Но в целом у меня благоприятное, хорошее впечатление. Искренние, честные работы, в целом у меня такое ощущение. Мне хочется поздравить от всей души наших дивногорских братьев, художников с этой выставкой. Она как-то очень и хорошо экспозиционно развешана, хорошо и каждому автору уделено достаточно внимания и хорошо освещены работы. В целом у меня хорошее впечатление, поэтому мне от всей души хочется вас поздравить с этой очень добротной, высокопрофессиональной выставкой. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые художники. Мы сегодня собрались по такому поводу, немножко печальному, потому что скоро у нас закрытие этой выставки, скоро, к сожалению, эти работы покинут наши стены, и мы уже не сможем на них любоваться. Но в то же время, мне кажется, что это и радостное событие, потому что у нас есть возможность целый год ждать новые выставки от наших дивногорских художников, ждать от них новых работ, ждать от них новых творческих свершений. Я думаю, что это очень даже радостно. Я надеюсь, что мы снова соберемся в нашем зале, чтобы снова через год посмотреть новые замечательные работы. Ну, а сейчас я бы хотела приступить к такому приятному моменту, это к моменту благодарности нашим художникам. Благодарственным письмом отдела культуры администрации города Дивногорска за участие в отчетной выставке «Дивногорская палитра 2014», посвященной открытию Года культуры на территории муниципального образования города Дивногорск, награждается член Союза художников России Николай Михайлович Хамайко. Алексеевич Федоров. Спасибо вам большое. Член Союза художников России Владимир Иванович Набоков. России Борис Сергеевич Степанов. Заслуженный художник России Георгий Васильевич Кузаков. Член Союза художников России Татьяна.
России Сергей Вениаминович Никольский. Член Союза художников России Сергей Владимирович Побичев. Член Союза художников России Наталья Вениаминовна Горбачева. Евгений Михайлович Снежов. Через вертышку подойдет. Через вертышку подойдет. Андрей Александрович Поздняк. Валерий Леонидович Ковдер. Викторовна Устюжанина и Евгений Семенович Залымов.